Здравствуйте, меня зовут Екатерина Голдина. Вы смотрите программу «Афиша» на телеканале «Самара ГИС». О том, какие культурные события ждут самарцев на этих выходных, я расскажу прямо сейчас. Все выходные в Центральной городской детской библиотеке проходят веселые литературные встречи для детей. 3 февраля в 15:00 состоится литературно-игровая фантазия «Почитаем, поиграем». На ней юные читатели разгадают множество литературных тайн и загадок, поиграют в командные игры и займутся творчеством. 4 февраля в 12:00 гостей ждут на библиомастерилку. На ней ребята обсудят любимые произведения, поучаствуют в мастер-классе с необычными материалами и техниками, получат новые навыки и умения. Можно участвовать всей семьей. В Самарском литературном музее проходят встречи на уютных вечерних мастер-классах, где есть возможность пообщаться с близкими по духу людьми, узнать что-то новое из истории моды, культуры и искусства и сделать своими руками сувенир, который можно унести с собой. В это воскресенье самарцев приглашают на вечер по созданию «Ловца снов». Вы сделаете его самостоятельно, а также узнаете об истории возникновения этого предмета, о легендах, связанных с ним, и о мотиве сна в литературе и искусстве. Начинается мастер-класс в 16:00 4 февраля. Каждое воскресенье в 15:00 в Заварке проходят обзорные экскурсии по дому Маштакова. Всех желающих приглашают посетить один из лучших образцов деревянного зодчества Старой Самары, построенный в 1900 году по проекту архитектора Александра Щербачева. Изюминкой дома являются уникальные сохранившиеся элементы – печи, потолок, двери, кусочки обоев и штукатурка. Вы пройдетесь по залам, узнаете историю строительства дома и его первого хозяина Михаила Дементьевича Маштакова. 4 февраля на сцене театра «Самарская площадь» комедийная пьеса «Роддом». В центре сюжета четыре супружеские пары, ожидающие пополнения. У каждой своя история со своим финалом. Обаяние и новизна постановки в том, что помимо молодых мам и пап, среди действующих героев спектакля еще нерожденные дети, которые уже отстаивают свои права на будущую счастливую жизнь. Начало спектакля в 13:00. На этом у меня все. Выбирайте то, что больше по душе, и отправляйтесь отдыхать. Всего вам самого доброго. Увидимся на следующей неделе.